Ополчение 41 года, Москва, осень, 16 октября, всеобщая паника, вот, потому что всю жизнь Красная Армия всех сильнее, всех японцев, финнов там и всех остальных, значит, на лопатки положили, а тут прошло 4 месяца, и за 4 месяца вся Красная Армия попала в плен или была разбита. Вот, и под Москвой, значит, началась операция «Тайфун», и ничего с этими немцами сделать нельзя. Сколько туда войск и техники не бросают, все это перемалывается и продолжает наступление на Запад. И вот 41 год, октябрь месяц, когда все уже были готовы уехать, вот, и в это время произошло чудо, что немцев остановили, и они попятились назад. Под листопада перешепот палевый, под осенью волшебной торжества. Уходит на войну Москва Цветаевой, уходит Пастернакова Москва. И Репины идут, и Гилеровские, торжественный и неумелый строй. И затихают улицы московские, наполнив ожиданием воздух свой. Уходят из тради и опоясаны веселые, смешные чудаки. И затихают тополи и ясени, и двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные все, получившие звание солдат. Ведь сказано: вставай, страна огромная, Садовая, Пречистенка, Арбат. Идут волоколамками, таганками бемоль, санскрит и римские права. И будут их давить под Вязьмой танками, и в контратаках шмайсерами рвать. И мерзлая земля, взрывов мятая, примет творческие их пути. Идут, но все же в мае 45-го Берлину в ополчение пойти.